Привет, это снова я, узнали? Пустые банки еще декабрь. Много пустых банок еще декабрь. Начнем прямо. Прям начнем. Отличная, отличная вещь наконец-то у меня закончилась. Это Эльсеф Роскошь 6 масел Лоу Шампу. Деликатный шампунь, уход. Огромная байдища Лоу Шампу. Я не знаю, как это правильно называется по-русски. В общем, средство, которое не пенится, выглядит как бальзам для волос, и им можно отмывать грязь с волос. И оно более мягкое, чем шампунь, и ты экономишь время, используя одно средство, а не два. Я пользуюсь, если я хочу носить распущенные волосы, я мою голову каждый день, а вот эта вот мутатня с шампунем, бальзамом, несмываемым средством периодически надоедает, потому что, в принципе, волосы чистые, но просто они уже не так лежат и не такие хо-хо-хо, игривые, как хотелось бы. Поэтому Лоу Шампу великолепная вещь, очень его люблю и рекомендую. Вот этот хороший, действительно, мне понравился. Приятно пахнет и есть для разных типов волос. Класс. У мамы у моей закончился Glow Lab Anti-Age Program, крем дневной, крем ночной. Очень дешевое средство, которое продается в аптеке. Я видела в озерках. По-моему, это Белоруссия. Врать не буду, но мне кажется, это Белоруссия. Выглядит хорошо. Вдохновлялись они явно Виши. Неплохие средства. Ее не раздражали. На ее аллергичной коже реакции не вызвало. Естественно, никакой там анти-эйдж говорить об этом не стоит. Но для просто каждый день пользоваться женщине, которая абсолютно наплевать на то, чем ей мазать лицо, я вот купила и, в общем, осталась довольна. Единственное, что ей, конечно, больше нравится, когда одно средство и дневное, и ночное. Но вот эти отличались тем, что этот более легкий дневной, а ночной более такой плотной консистенции. И она даже с этим смирилась, она поняла, что есть логика. Так что, в общем, хотите какое-то дешевое средство, которое не вызывает раздражений, Glow Lab, почти вся серия хорошая, и сыворотка неплохая у них была, и вода такая, где-то она тут у меня, и ребенок играет, хорош. В общем, Glow Lab, хорошо, дешево, в аптеке Озерки продается точно. Эта штука Эрно Лазло. Это патчи под глаза. Видимо, какие-то дорогие, которые были у меня в Look Fantastic календаре. Они мне понравились. Я говорила, что я использую, значит, Байду за 600 рублей. Но мне вот эти понравились тем, что они плотно упакованы. Они очень плотно держатся хорошо на глазах. Мне понравилось, что у них индивидуальная упаковка. Так как сейчас у меня вообще нет времени пользоваться патчами, я, если открою вот большую банку, она засохнет. А вот эти вот упакованные, каждый, ну, по два упакованные, и их наносишь, выкинул и забыл. И не думаешь о том, что там что-то портится, тухнет, а это как это, ешь, а то испортится. Удобно, но, наверное, они все-таки дороговаты. Я не знаю, сколько это стоит. Не смотрела и смотреть, честно говоря, пока не хочу. Может быть, потом когда-нибудь заинтересуюсь. Но, в принципе, вот это, если вы увидите и захотите какие-то хорошие, и они действительно сильно убирают мешки под глазами. Это прям работает действительно хорошо. Вот это вот Эрно Лазло продается на Look Fantastic. Дальше. Закончился у меня Nordic Flora. Крем-масло для рук. Это белорусская косметика. Масло карите ши, масло кокоса, масло кедровых орехов, экстракт арктического хлопка и экстракт вереска. Это, значит, масло для рук. Ну, то есть это плотный такой крем, типа Нивеи для рук. Приятно пах. Я, видите, даже мою упаковки перед тем, как их показывать. Красивая упаковка, очень, мне кажется, подойдет на недорогой подарок. Скоро у нас, что там, 8 марта, 14 февраля. Но это крем-масло не подходит для очень сухих рук. То есть оно не вылечивает, прям когда трындец. Оно не делает из деревяшки обратно руки. Если вы просто каждый день пользуетесь кремом для рук, это отличный и подарок, и отличное вложение, так сказать. Потому что это недорого, красиво и, в общем, элегантно, пахнет вкусно. Но если нужна какая-то спецтехника для того, чтобы устранять сухость, это нет, 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 нет. Не такое увлажнение оно, к сожалению, дает, а жаль. Потому что упаковка очень красивая. Там прям ягодки, грибочки, типа как у Натуры Сибирьки, моей любимой. Дальше Mixit. Многострадальный Mixit. Это Not a Boy Toy Aftershave Balm. То есть это женский бальзам после бритья.
Это просто крем для тела, разведенный водой. Очень жидкий крем для тела. Не знаю, никакого. Здесь прямо написано «стронг». Типа он должен помочь, когда ты побрила ноги и прямо вот, я не знаю, чего, ничего не делает. Жидкий. То есть спецом покупать вот это для того, чтобы вылечить что-то на ногах после бритья, не стоит. А если проблем после бритья ног нет, то опять же, нахрена это покупать? Лучше купить средство для всего тела, а не просто для после бритья. Бесполезно, не тратьте деньги, как я считаю. Что-то у меня там прям какие-то шумы страшные. Папа Кеа. Это дитячий крем-гель для купания. Меня, естественно, соблазнил, здесь написано «Папа Кеа» и медведь нарисован. Я принесу, такая скажу: «Мишенька, вот, иди мой Анфису, потому что Папа Кеа, мы тебя так любим, тыры-пыры». Не понравилось. Невкусно пахнет. Мне кажется, что ей начало сушить кожу. Вот это вот средство. Я его допользовала сама как пену для ванны, и мне оно тоже не понравилось, потому что, ну, запах не очень, вон она там орёт, говорит: «Папу Кеа, убери нахрен, верни мне мою акву». Так что, в общем, не стала, к сожалению, это любимым средством, и голова сохнет от всего, кроме аква. У Анфисы сохнет голова. Почему-то, не знаю. Тиана. Смешная вещь. Личный тренер, жиросжигающая сыворотка, инновационная технология в косметике. Personal trainer. Fat Burning Serum. Это называется личный тренер, потому что ты нахрен похудеешь, пока вытрясешь из этого дозатора. Дозатор у меня куда-то упал. Но, в общем, поверьте мне, что это сыворотка для тела. А дозатор выдает средство, как будто это сыворотка для глаз. То есть горошинку. И ты стоишь, и он очень тяжело дается. То есть ты качаешь прям себе бицуху, потом правую, потом левую, потом пытаешься это все размазать. То есть ты реально худеешь. Это действенная вещь, потому что ты худеешь, пока ты наносишь эту хрень. Естественно, она не поможет ни похудеть, ни увлажнить тело, ничего. Ну, я купила ее со скидкой 70%, по-моему, за 390 рублей в Левгош. Больше не куплю, попробовала, ну, не знаю, здесь везде написано, что это какие-то разогревающие, охлаждающие эффекты, я ничего не почувствовала. У меня есть еще одна, и она тоже, ну, как-то вот, что-то намазала, что-то не намазала. По полной стоимости ни за что бы ее не купила, прям никак. Я тут когда красила голову последний раз, я теперь перешла на окрашивание в салоне, потому что, к сожалению, моя краска для волос перестала просто на мне работать, и она дает красный цвет. Я избавлялась от красноты, потратила 1006, наверное, на голову, на свою. Я столько никогда не тратила ни на что в плане именно окрашивания и стрижки. Я стригусь я сама дома, укладываюсь я сама дома, и до этого красилась я сама дома. А тут на тебе получай, значит, на старости лет удовольствие. И они мне дали пробники потрясающего. Миленькая Анфиса, они с папой играют в пустыню и орут друг на друга. Игра в пустыню — это когда ты просто сидишь и орешь, видимо. Значит, потрясающий, как они сказали, шампунь и маска, которые должны были просто перевернуть мое сознание. Сознание не перевернули, стоит это 1500, наверное, за флакончик. Ничего, серьезно. Вот сейчас я покажу средство, которое мне очень понравилось. И вот это вот, я не знаю, примерно такой же эффект, как вот это ведро из Белоруссии за 150 рублей. Лучше, в общем, не стало. Не помню, показывал или нет, Johnson's Baby от макушки до пяточек. Шампунь и пена для ванны мне безумно не понравилось. Это худшее средство для детей, которое я пробовала в этом году. Если буду снимать худшее, обязательно вам покажу еще раз. Вообще, все высушило голову, тело. Мне не понравилось, пахнет невкусно, отстой вообще, просто фу. Значит, то, что действительно перевернуло еще раз мое сознание, это Кристоф Робин, который, я не знаю, что это, пробник, наверное, миниатюра, которая досталась мне в тоже Look Fantastic Beauty Bag или как-то так. Это маска регенерирующая для кожи головы и волос. Хватило мне ее ровно на 3 раза. Вот эта пиздюлина, не побоюсь этого слова, стоит на сайте Look Fantastic почти 3000 рублей. Здесь 50 грамм. Это, я считаю, за гранью вообще добра и зла.
Большая упаковка 250 грамм стоит почти 5000 или 6. В общем, тоже какую-то просто... Это за гранью. Но это работает. Это первое средство для волос, которое действительно сделало мои волосы мягкими, шелковистыми, другими. Оно их реконструировало, как здесь и написано, регенерировало. Мои волосы были великолепные. То есть вот на 3 раза мне хватило, 3 раза мои волосы просто были в раю. Я хочу как-то, наверное, из Галиции заказать себе полную, потому что это действительно... То есть, ну вот, это средство, а потом пропасть и, значит, белорусские маски. Вот это вот ведро огромное по там, 150 рублей. Вот либо оно за 150 рублей, либо вот это за там 5-6 тысяч. А остальное, полторы, две, три, это вот та же хрень, что в ведре из Белоруссии, лично для меня. Но это, ребята, просто волшебство. Кристоф Робин, ты меня покорил и поразил. Я не ожидала, что хоть какое-то средство реально может работать. Я всегда признаю свои ошибки и говорила я, что это какая-то лажа, но это великолепие, это просто, это подарок мне на Новый год. А вот этого средства Glow Gorgeous, которое тоже мне досталось оттуда же, из Look Fantastic календаря, кажется, то же самое, по идее, стоит 3, по-моему, тысячи за баночку, но вот это вот ведро из Белоруссии, то есть 3000 и 150 лучше за 150. Вот до того просто ехать и ехать еще на кривой кобыле и не доехать. Неприятно пахло и действительно не делала абсолютно ничего. Пахнет кремом для бритья, дешевым жилет. Закончился у меня шампунь Got to be сухой объем. Ну, я все еще не нашла потрясающий шампунь сухой для себя. Я пользуюсь им для того, чтобы придать объем. Естественно, не для того, чтобы мои волосы были чистыми, потому что, ну, это бесполезно. Просто помой их водой, и они будут чистыми, и не надо вот это вот изгаляться. Ями Скинкеа, Тенджерин и Джинджер. Это умывалка, желе для умывания, мне очень понравилось. Оно стоит до 200 рублей, по-моему, по распродаже. Вообще там 100 с небольшим... Там такие небольшие были катышки, которые чуть-чуть скрабировали лицо. Хорошая вещь. Я очень люблю Ями Скинкеа, именно умывание. Крем не рекомендую, вернее, не могу рекомендовать, потому что я не пробовала, а отзывы не очень. Но все умывалки, которые долго не задерживаются на лице, мне абсолютно нравятся. Что вода эта мицеллярная, вкусно пахнет, что любая из умывашек, которая на ваш вкус пенится, не пенится, гелевая, пенная, черная, белая, красная, любая, все хорошие. Продается в Литуаль. Средство для снятия макияжа Кларанс. Желе. Такое у меня мнение о нем сложилось. Мне нравится форма, то есть, что это желе, что его намазываешь, и потом оно превращается как гидрофильное масло, в такую белую, белое как молочко, и смывается. То есть, гидрофильное масло, оно везде нахрен расплескивается и делает жирным всю ванну, а желе нет. Но, к сожалению, со стойким макияжем эта штука не справляется. А стоит она недешево, поэтому, наверное, больше не куплю. И дочь моя тоже не рекомендует, ее вопит, как угорелая, а вы не обращайте внимания. Кто-то спрашивал, это собака? Нет, это не собака, это ребенок, ребята. Кукумбер. Кукумбер на глаза. У меня, значит, мамуля моя все время смеется, что это как на покойника. И положите кукумбер на глаза усопшим. Ничего не делает. Ничего не делает, быстро сохнет. Не знаю, что за фирма. Пюрдерм. Пюрдерм, по-моему, даже у нас продается в подружке. Стоит недорого, но и ни хрена не делает. Это такие тряпки в форме огурца, которые вы должны класть на глаза, но они реально не делают ничего. Ни лучше, ни хуже, не тратьте ни время, ни деньги. Они, это, как сказать, игрушка. Вот приятно с ними полежать, но, в общем-то, я придумала уже что-то другое. Сначала они мне даже понравились, потом я поняла, что когда есть ребенок, времени нет на кукумбер вообще никак. Хорошая маска для лица, мюсли и соевое молочко. Это Белита серия Nice Selfie. Дешевая, хорошо увлажняет, безумно вкусно пахнет печеньем. Очень вкусно. Именно вот каким-то молочным печеньем.
как оно называется, овсяным. Потрясающий запах. Она действительно хорошо питает и увлажняет. Стоит там, не знаю, 150 рублей, наверное. Очень вкусно, хорошая. Вообще вся серия Nice Selfie, говорят, хорошая. Я пользовалась вот этой, я обязательно куплю еще какую-нибудь. Essence Instant Matte спрей для фиксации макияжа и матирования лица. Он не делает ничего. Вы прыскаете на лицо, лицо становится мокрым, и еще периодически вот так вот он плюется прям крупными пятнами, которые видно. Зачем это? Оно недорогое, но покупать это я больше не буду. Еще одна салициловая кислота закончилась, хорошая вещь. Если какие-то раздражения после депиляции на лице, прыщи, чирьи, что там вообще, я не знаю, какие-то ужасные у вас там травмы. Приложили, прижгли, тут там спирт, салициловая кислота. Стоит очень дешево в аптеке, и не надо покупать корейские средства с салицилкой. Зачем покупать средства с салицилкой, если можно купить чистую салицилку и сэкономить деньги? Только единственное, боже, вас упаси наносить на все лицо, потому что вы его сожжете. Просто точечно, тык-тык-тык-тык-тык. Ну, если, конечно, у вас не лицо, и просто не мясной пирог из прыщей. Если это, то идите лучше к врачу. Салицилка тоже не поможет. Зачем вы себя так запустили? Ну вы чего? Glam Glow, подтягивающая маска. Это какой-то ужас просто. То есть она, я не знаю, что она делает, она не чистит поры. Ну, то есть она подтягивающая. В том плане, что это маска, которая серебряная, и ее наносишь на все лицо, а потом снимаешь единым куском. Плюсы. Она снимается действительно единым куском. Пока ты ее носишь, она так приятно как-то охлаждает и покалывает лицо. Но когда ты ее снимаешь, лично я поняла, что почему она покалывала мне лицо, потому что у меня все лицо нахрен в красных пятнах. Она сожгла мне лицо, я не знаю почему, реакция была совершенно жуткая. Ничего она мне не подтянула, но на лице остались красные пятна, наверное, часа на 4. Это просто какой-то ужас и жесть. Вот эта фитюлинка стоит там 1000 рублей. Больше я ее не куплю и, скорее всего, не куплю Glam Glow никогда. Потому что за такую стоимость получать эффект вот этот вот я не хочу. А Марк Кауфман, я слышала, смотрела его видео про Glam Glow. Он говорил, что нельзя маски оставлять больше, чем как там написано по инструкции. Но это же маска-пленка, и она должна застыть. То есть она как только застыла, я ее сняла. Я не ходила с ней 4 часа. Просто у меня, видимо, такая реакция. Самое лучшее средство из серии Highlighter – это 17 Ideal Cover. Великолепное, я его очень любила. Здесь вот такая вот штучка, стоил он, не знаю, 300 рублей, например, недорого. Красивенькое сияние, не чета сиянию хайлайтера от Beauty Bomb, который я, по-моему, уже выбросила. Куплю еще обязательно, рекомендую. Номер 01. Кстати, да, хайлайтер. Видели? Вот это хайлайтер. Mon Evidence и Фраше – это гель для душа, который имеет аромат духов Mon Evidence. Я получила это в подарок при покупке аромата. Сама бы не купила ни за что, потому что там стоимость этого геля для душа чего-то там больше 300 или даже 500 рублей. Мне это просто не нужно. Гель для душа, я считаю, должен быть дешевым. Ну, или лаш. Это худшая паста в моей жизни – Regenerate. У меня никогда не было проблем с эмалью, а это должно было регенерировать эмаль, и у меня первый раз в жизни стали болеть зубы. От горячего, от холодного, от кислого, просто когда я открывала рот что-нибудь сказать, это был ахтунг. И они закончили болеть через 2 недели, только когда я закончила эту пасту. То есть я думала, почему, а потом я поняла. Паста, что ты делаешь, зачем, за что, досталось мне, опять же, в Look Fantastic, мне не подошло. Дальше. Лучшая сыворотка в моей жизни – Clarins, увлажняющая. Она примерно равна вот этой вот H2O сыворотке увлажняющей. Это две сыворотки, которые безумно хорошо увлажняют, не утяжеляя лицо. Мне очень нравится. На официальном сайте проходят распродажи почти все время. Сыворотку можно купить с 50% скидкой. H2O, вся серия, вот она у меня тут почти вся закончилась. Это крем, это спрей. Безумно понравилось все. Продается эксклюзивно в Литуаль. Также дороговато, но почти, ну, не знаю, там, несколько раз в году 100% бывают распродажи, 50-70%. Можно хорошо сэкономить и действительно воспользоваться хорошими продуктами.
H2O это лучшая серия. Если я буду, опять же, снимать лучшее, худшее, обязательно включу, потому что это великолепно просто. Мне нравится все. И последние две фитюльки, которые я хочу показать, это старый, отживший свое, похожий на стариковское яичко, бьюти-блендер из Fix Price. Я их люблю, меняю регулярно. Но, конечно, это не бьюти-блендер, который настоящий. И чудесные салфетки для очищения кистей Estir. Они достались мне у Марка Кауфмана в косметичке. Мне они очень понравились. Действительно удобно. То есть, когда я воспользовалась цветными тенями, мне полностью мыть кисточку не хочется, потому что я ее мою, и в итоге она у меня уже все там заканчивается, потому что я вымываю оттуда все волосы. А тут раз-раз-раз протер, очень удобно. Не знаю, сколько стоит, возможно, это дорогое удовольствие, но если будет возможность купить, я, наверное, куплю и буду действительно пользоваться. Единственное, спиртягой воняют, трындец. Говорят, есть еще без спирта, попробую лакшери фэшн без спирта. А так, салфетки действительно удобная вещь. Кто бы мог подумать, да? Это все пустые банки декабря, скоро уже начнутся пустые банки января. Но там, наверное, будет только еда, потому что я ничего не делаю, кроме того, что жру. Как вы проводите ваши праздники? Я так хотела покататься на лошади, но так и не покаталась. Видимо, не покатаюсь. Я вам желаю, чтобы ваши желания сбылись, чтобы вы катались на лошадях, на собаках, на бегемотах, на всем, чем угодно, и радовались жизни, пока не пришлось идти на работу, в школу, на учебу. И сияйте с хорошими хайлайтерами. Пока!